Всем привет! У нас сегодня утро начинается с моря. В принципе, как обычно. Покажи, какую. Тёма, что нашел? О, какой камень красивый. Ой-ой-ой. А, да, да, ты молодец. Море сегодня обалденное. Девчонки, ведь скоро 1 сентября. И, конечно, привела их на море. И Тёмка проснулся сразу. Мама, я на море хочу. Я говорю, ладно, пойдем. Мы взяли с собой сырнички, завтрак, чай. И сидим, кайфуем. Море обалденно теплое. Они не вылазят с моря вообще. Класс. Я, как обычно, девчонки, мальчишки у станка. Попросили блины, готовлю. Могу баловать, потому что, девочки, вы знаете, да, через 2 дня уже начнется школа. Так что балую мальчишек вкусными блинчиками. Сейчас блины поставила, чайник. Кстати, вот этот компот очень вкусный, Максим сказал. Он просто очень сладкий, я такой не пью. Вот, сейчас приготовлю им. Кстати, вчера купила, смотрите, как красиво смотрятся, да? На блюде эти штучки, в безешке. Приготовлю блинчики, достала еще, хочу, знаете, что сделать? Свинины у меня вот такой небольшой кусочек. И капуста. Пожарю свинину с капустой, знаете, потушу. Мне кажется, будет очень вкусно. Сейчас блинчики. Еще мне, девчонки, нужно сходить на Валберес. Пойду на Валберес, пришли. Рубашку хочу белую померить. И пришел новый коврик в ванну. Потому что этот уже все из себя изжил. Сейчас покажу. Уже видите, вообще такой он уже дряхлый. Новый куплю коврик. Кстати, папа наш отпуск берет с 20 сентября, и мы хотим вот эту ванну всю разбить и поставить сюда дверцы, девочки. Это, кстати, ведро полы мыло сейчас. И, кстати, еще хочу отзыв оставить. Я уж не помню, на каком сайте, по-моему, Тикитекс. Не помню, девочки, посмотрите где-то видео. Я заказывала у них вот эту шторку. Я недавно маме, хвалила. Знаете, в чем ее плюс этой шторки? Она водоотталкивающая, представляете? Вообще так удобно. Она воду отталкивает. То есть она не мокрая, никогда не бывает. Меня это прям так устраивает. Прям мне очень нравится. Что за качество, даже не знаю. Короче, вообще. И новый коврик такой же в цвет заказала под нее. И для щеток хочу новую штучку заказала. Так что сейчас напеку блинов. И пойду, наверное, схожу все-таки в Валберес. Заставлю себя в такую жару выйти. Девочки, у нас очень жарко. Прям даже пишут все телефоны, что оставайтесь дома, аномальная жара. Тимон пришел со сметанкой, захотел блинчики. Илюш, вот это твое. Давай, чаек, сейчас лимончик положу. Мне так не нравится, Тем, что ты с планшеткой приходишь за стол. Тем, ты меня слышишь? А почему тут не работает это ничего? Телевизор? Да. А потому что надо вот эту штучку. Девочки, представляете, оказывается, у нас вот такая штука Apple была. Она раздавала интернет. У меня телевизор еще такой, без интернета. И она срок годности вышел. Представляете, и мне надо сейчас новую купить. Телевизор стоит тоже бесхозный, чтобы он работал. Плохо, да, без телека? Темка любит, какой мультик твой любимый, Тем? Свинка Пеппа Тёма любит. И вот он сидит, кушает и смотрит. Тём, ты за столом сидишь или где? Или на танцполе? Это что за танцы такие, Тёма? Вкусные блинчики? Со сметанкой, да? Вкусные, мама сделала. Илюшка уже заточил и убежал. А Тёма сейчас будет до вечера есть свою Пеппу смотреть. Ты какой уже по счету блинчик кушаешь? Пятый. Пятый? А я думаю, куда все блины подевались? А вот он у меня, кот масляный, да? Вкусно? Вкусно, моя пузечка, любимка моя, любимочка. Маленькая еще. Ого! Смотри, ты не прожуешь. Решила сразу приготовить капусту.
Так, девочки, у меня вот такой свининка вот такая с жирком. Лучок уже приготовила, поставила масло, сейчас закипит. Я буду обжаривать свинину, потом убавлю огонек, когда обжарю, и кину туда капусту. Ну, лучок, соответственно, вместе с мясом обжарю и капусту. Ну, давайте по ходу дела буду показывать, что буду делать. Вдруг кого-то заинтересует. Капусту нашинковала, лучок. Сейчас обжарю, когда мясо чуть-чуть уже красненько уйдет, лучок брошу. Лучок положила, приправка, соль, перчик, ну какая приправка нравится. Сейчас обжариваем вместе с луком. Лук станет чуть-чуть золотистый, можно бросать капусту, уменьшать газ, огонь я имею в виду, и тушить. Я, наверное, добавлю чуть-чуть томатной пасты. Ну, посмотрим сейчас, подумаем. Я импровизирую всегда. Мясо уже подрумянивается, лучок подрумянивается. И сковородка от Faberlic подрумянивается. Девочки, брала Faberlic этот сотейник. Сотейник еще более-менее нормальный. А была сковородка гриль. Мне вообще не понравилось в использовании. Такое отстой. И все-таки гриль, если сковородку брать, то она должна быть очень такая толстая, чугунная, ну классная. А это очень легкая. Ну, сотейник еще ничего, кстати. Вот, а сковородку убрала из своей жизни. Так, ну все, мясо практически подрумянилось. Лучок такой румяный. Теперь буду добавлять капусту. Капусту добавила сверху. Закрываю крышкой. И пока тушится у меня, убавляю огонек. Когда капустка чуть-чуть будет уже мягенькая, добавим сюда томатную пасту. Я ее ложку томатной пасты и, скажите, кипяченую воду. Сейчас сюда добавлю и пусть тушится. И соль чуть-чуть. Перчик, приправы также все. Так, ну уже практически готово. Осталась зелень. У меня сегодня, конечно, бы лучше кинзу, но нету кинзы, будет укроп. И все, чуть-чуть можно убольшить огонечек, увеличить. Так, девочки, я вышла. Иду в Валберис. И этот, у нас безумная жара. Я только вышла, уже вся мокрая. Сейчас Макс придет, сказал, с мальчишками вечером на море пойдет. А какое сегодня число? 28-е? Да, 28-е. Как раз Магнит Косметик сейчас зайду. Неужели я попала? Как раз мне нужен этот Доместос большой. Сейчас выключила телефон, посмотрела, сегодня уже 29-е. Короче, я не попала. Нифига. Как обычно, в принципе. Я никогда не попадаю на распродажу Магнит Косметик, девочки. Это какой-то трэш. Ладно, иду. Коврик свой красивый, надеюсь, он забирать. Рубашечки померяю. Я не люблю, когда вот здесь вот летучая мышь. Качество ничего, но не фасон не очень. Мне не нравится. Так, ну вот это вот уже хорошее, классное. Это фирма Виктория Вичи. Прикольная. Так, я еще под нее жилетку брала, сейчас померяю. Прикольно, да? Хорошая жилеточка такая. Так. И еще одну кофту я взяла. Сейчас покажу. Так, еще вот такую кофту заказала. Но она коротковатая. Для меня. Коротко. Я ее хотела с носками одевать. Я, кстати, себе носочки тоже заказала.
Вот, ну, не подходит. Короткая. Так, ну что, я выкупила. Сейчас что выкупила, покажу дома. Ой, как жарко. Сейчас, наверное, куплю арбуз. Блин, или нет, Максу скажу, пусть возьмет. Тяжело. С кумарями. Я еще не успела раздеться, ты уже схватил. Девочки, заказала Тёме зонтик. Вот, автомат. Видишь, он большой. А то у него был маленький зонтик. А этот тебя хорошо спрячет. Вот так. Понравился? А ну встань. Тимон что-то у меня лежит, отдыхает целый день. Как, животик болит? Прошел? Что-то, говорит, живот болит. Смотри. Ну и так, вот так просто нужно тянуть. Классный, кстати, большой. Только аккуратно, Тём. Не поломать его. Да, класс. Так, ладно, девчонки, я еле доперла. Пошла в магнит, зашла, и опять у меня куча пакетов. Арбуз купила. Сейчас вам покажу, что купила. Купила вешенки. Кстати, давно я со сметаной их не делала, с картошкой. 100 лет уже. Сегодня увидела, думаю, возьму. И они что-то так дешево стоят. Так, ребят, первым делом постелила коврик. Какой он замечательный, он очень крутой. Девочки, прям офигенный, надо отрезать. Это 100% катон хлопок. Он такой нежный, он вроде бы, знаете, тоненький на самом деле, но он очень мягкий. Классный. Такой, да, как бабушка связала? Ну, очень крутой. 1500 по акции я взяла. Кайфовый. Надо маме заказать. Мама говорит, если классный, мне тоже закажи. Мне очень понравился. Класс. Так, сейчас еще мы на Валберес я взяла, знаете что? Взяла Илюшке сумку. Это для сменки. Так, взяла себе только носки. И взяла вот такую штучку под щетки зубные. Сейчас я ее разберусь с ней, как ее устанавливать. Установлю, покажу вам, хорошо? Потому что у меня вообще очень стрёмная уже. И мне нужно все щетки поменять уже. Время пришло. Видите, какая? Сейчас я хочу приклеить вот сюда. Посмотрим, что получится. В магните взяла яйца, у меня закончились. Мне Макс приносил там, откуда-то он, кто-то ему давал. Короче, какие-то яйца. Девочки, вообще желтки белые. Мне даже не есть неохота было. А вот эти яйца желтые, прям классные. Обожаю. Хорошая фирма. Я их всегда беру. Их жаришь, видно, что это на яйца похоже. Приятно кушать вот эти яички. Я помню, когда только в начале своей карьеры блогерской, я всегда говорила яички. И мне вечно писали, ты что, про мужские яйца говоришь? Девочки, правда, вот почти под каждым комментарием настолько меня выдрессировали, что я теперь говорю яйца, не яички, а яйца. Куриные яйца. Так, арбуз взяла. Сейчас помою, посмотрим, что за арбуз. Ладно, мне не терпится. Я хочу для щеток эту штучку сделать. Так, девчонки, села. Надеюсь, мне ума хватит собрать эту мыльницу, щетки туда класть. Вот видите, тут мужчина какой-то говорит. Здравствуйте, уважаемый покупатель. Молодец. Всем пишет свои пожелания. Кстати, что-то у меня у Тёмки, представляете, разболелся живот. У нас сейчас такая эпидемия коронавируса. Ой, господи, тьфу-тьфу-тьфу, коронавируса. Ну, коронавируса, наверное, тоже. Ротавируса. Девочки, на море вообще просто будьте бдительны. Я своим вот сижу на море, если меня кто-то увидит из моих подписчиков, я каждые 5 минут им говорю, не открывайте рты в воде, тем более, вообще не открывайте рты. Не открывайте рты. Ну, Илюха, он уже такой, более, знаете, разумный. А Тимон такой, и там рот открыл, ныряет. И вот не знаю, хоть бы не ротавирус. А этот, живот, говорит, болит, лежит. Девочки, вот такая, смотрите, она обычная такая штучка, но мне понравилось, что она не стоит. У меня и так раковина маленькая, и место не занимать будет.
Тут вот эта штучка снимается, если вдруг намокла, помыть. Вот, вот такая вот, видите? Зай, ну что, как ты себя чувствуешь, а? Болит животик? Знаете, сейчас позвонила подружке, говорит, купи этот колу, ну, чтобы желудок заработал. Что-то, говорит, чуть-чуть налила ему колы. Ну, действительно, кола работает. Вот я не знаю, она химия, да? Про нее говорят, что кола химия, химия. Девчонки, вот я, допустим, поела какой-нибудь шашлык. Ну, шашлык, он тяжелый, да? Если я не выпью, не запью шашлык кока-колы, он мне, наверное, не зайдет. Вот честно. Вроде глупости, но со мной работает. Ой, девчонки, как вот сейчас одевать? Ага. Так, вот так вроде одевать надо. Так, сейчас. Я ж такая тут еще умница, разумница еще. Вот так, по-моему. Вот. Да, вот так. Сейчас потом повешу, вам покажу. Вот так. Так. Это что-то не лезет. И это, ты, короче говоря, сейчас лежит, не знаю, хоть бы не заболел. Кстати, я сегодня пришла, помыла же голову. Девочки, вчера, когда вот, я буквально неделю-полторы назад покрасила волосы краской палет. Девочки, посмотрите, у меня уже вообще черные концы. Это что за краска вообще отстойная? Как так можно быстро этот, ну, быстро смылось вообще? У меня, нас на день рождения 3 числа пригласили. Надо пойти до 3 числа, мне что-то с головой сделать. Но я не знаю, куда я пойду. Я в Инстаграме, кстати, девчонок просила по Адлеру. Кто знает, может, кто-то еще не видел в Инстаграме. Киньте мне классных, ну вот, кто по волосам, кто умеет ровно подстричь красиво каре. Я волосы буду отращивать, но я хочу исправить вот это каре, которое мне подстригли вот здесь у нас на районе. Потому что это меня подстригли неправильно. Вот, девочки, если вдруг знаете, я вас умоляю, подскажите мне. Вот, окей. И этот, и вот на день рождения пригласили, мне нужно пойти что-то с головой сделать. Хочу ровный срез, такой вот, не вот так вот, как, ну, короче, хочу. Я уж объясню, потому что, знаете, вот, поверьте на мой опыт, вы всегда меня ругаете за то, что я вечно недовольна, но на самом деле и каре, ровное, красивое каре могут подстричь единицы. Видимо, все-таки это сложная стрижка. Мне очень, вот единственная девочка, которая мне понравилась, и то, видите, она смоталась куда-то. Вот, кстати, представляете, в пятницу иду в садик, вот я сегодня, видите, поднакрасилась, думаю, сейчас пойду, а вдруг меня встретят мои подписчицы. Девочка идет, здравствуйте, я вас знаю, туда-сюда, привет, давай, можно с вами сфоткаться, с тобой сфоткаться? Я говорю, да, конечно, можно, девчонки, а я иду за Тёмой, такая ненакрашенная, блин, мне даже неудобно. Мы с ней сфоткались, я не знаю, некрасивая я была. Так что я теперь всегда буду ходить, вдруг кого-нибудь из вас встречу, моих девчонок, а я такая страшная. Как-то комплексую, как вы считаете? Но мне приятно, мне очень приятно, девчонки, что вы подходите, не стесняетесь, вообще молодцы. Вот клянусь, вот блогеру, я вот, а, прикол, короче, я Тему уже забрала, и как раз девушка подошла, мы с ней сфоткались. Тёма говорит, Тёме, говорю, Тём, блин, представляешь, с мамой твоей фоткаются. А он, знаете, что говорит, мам, ну ты же супермама Ольга. Такой уже смешной, я говорю, блин, вообще, звезда прям Погорелого театра. Вот, так что вам огромное спасибо, что подходите, потому что реально очень приятно, что узнаете меня. Так, ладно, разболталась я опять. Короче говоря, я хочу сейчас пойти повесить вот эту штуку. Ее, по-моему, нужно сначала эти... вот так. Блин, девочки, я... инструкции вообще, это не про меня. Пойду, короче, вешать, сейчас покажу вам. Так, девочки, вот так получилось. Вот, видите? Щетки надо мне все другие купить, эти мне не нравятся. Здесь можно что-нибудь еще поставить, но это я так просто прикрепила. Мне кажется, очень нормально, да? Вот у меня Тёма чистит зубы, аж паста здесь, надо помыть все. Короче, вот так. И коврик новый. Ну класс же. Коврик вообще обалденный, сейчас прям сразу закажу маме. Так, ну что? Повесила свои штучки, которые хотела. Девочки, давайте арбуз порежем. Что-то мне так охота арбуза. Мне, знаете, эти арбузы чем нравятся? Что они небольшие.
Потому что у меня дети не особо. Макс такой, знаете, едок арбузов. И я его хоть съедаю. Я такая, мне жалко всегда выбрасывать. Ну, это он обычный, опять нормальный, без всякого. Не битый, ничего, прекрасный арбуз. Вот люблю я их за это. Девочки, сколько беру, ни разу плохой не попался. Все хорошие. Кстати, не показала вам сумку Илюшки в школу, для формы взяла. Я ее сама даже не открыла на Валберсе. Обычная, вот, смотрите. Хорошая такая. Во. Мы чилим. Хорошая ткань такая плотная. 300 с чем-то, по-моему, рублей. Хотела взять под рюкзак, у него рюкзак, видели, да, этот, как он, забыла. Ну, короче, не нашла под рюкзак. И взяла себе носки. Носки взяла, буду одеваться своим платьем. А вот вы такая, чилим. Форму класть. Ты себя как чувствуешь? Ты как чувствуешь себя? А носки взяла вот такие. Я сегодня рубашку никакую не взяла. Вот эта вторая мне понравилась. Она классно сидит, все прекрасно. Но когда я ее хотела взять, я смотрю, цена упала. Вы знаете, у вас такое бывает на Валберсе? Вы заказываете по одной цене, пока вы, короче, там это примеряете, она уже по другой цене. Вот такие носки я взяла. Это я взяла под лоферы себе. Носки я себе купила, лоферы, девочки, на H&M, кожаные хорошие, такие большие. И хочу одевать их с носками и с платьем, которое, помните, вы забраковали, ноги забраковали, сказали, что я как Мэри Поппинс. Вот, буду с этим платьем одевать. Ну, мне нравится, кстати, платье вообще огонь. Вот. Так что, что-то я вам еще... А, и жилетка. Вот это вот я хотела... Вот... Короче, я вижу образ, девочки. У вас... Я вот как одежду себе покупаю? Я придумала себе в голове образ, который я хочу носить, допустим, осенью, да? И я его воплощаю в жизнь. Валберс мне в этом помощник. Я, допустим, у меня есть кожаные такие... Как они называются? Которые штаны, не шорты и не штаны. Чуть длиннее, короче, по щиколотку. Нет, не по щиколотку, по... Как вот это называется место? Ну, вот такие штаны кожаные. Вот. И сверху, я думала, я одену носки под них. Одену свои лоферы. И одену кофту. Вот эту вот, которая вот кофта была. Девочки, ну она короткая. Мне нужна такая кофта, но большая. Было бы очень стильно. Потом сейчас очень модно вот эти жилетки и белые рубашки. Но рубашка хорошая, но жилетка мне не понравилась. Она вот здесь меня делает большой. Вот, я буду искать себе такую жилетку. Я хочу. Мне прям, вот я прям вижу этот образ. Было бы круто на осень, когда уже так похолодает. Вот, еще я хочу на осень себе плащ. Плащ, помните, я маме заказывала на Шеине? Вот на Шеине я еще себе заказала плащ. Они должны мне выслать посылку, вам потом покажу. Вроде нашла, но тоже по размерам. Я вот с Шеином, единственное, чего боюсь, размеров. Потому что то вроде бы, знаете, неплохо. Ну как, вроде мой размер, а он меньше. А бывает наоборот больше. Вот, короче, в этом проблема с этими сайтами китайскими. Еще китайцы, они... Груди большой не видели в основном. И в основном вот здесь вот, конечно, у меня проблемки происходят. Вот, так что, девчонки, соскучилась, вижу вас, смотрите меня. Спасибо вам огромное. Ну, вообще, конечно, что-то как-то в последнее время не очень вы меня смотрите, не лайкаете, ничего. Вам вообще нравятся мои ролики? Ну, шучу я, конечно, девчонки, вас всех вижу, спасибо огромное. Много, знаете, когда новый ролик выпускаешь, много приходят, допустим, новых девчонок. Ну, немного там приходят новые люди, а бывает... Старые смотрят, когда новые приходят, вечно мне пишут какие-нибудь гадости почему-то. Кстати, хочу вам ответить на вопрос. У меня недавно девушка одна спросила, что у тебя вообще с лицом, как ты вообще на Ютубе тут появилась. Ну, про болячки. Девочки, у меня намного лучше, кстати. Про болячки лучше, но еще есть. Есть улучшения, но не такие прям вот... заметные, если убрать, конечно, макияж, чуть-чуть вот здесь у меня еще красное. Сейчас отправлю своих в школу, пойдут уже в садик, школа, когда уже начнутся вот эти рабочие дни. Пойду к косметологу, вместе с вами сходим, я узнаю, сколько стоит эта лазерная вот
чистка лица, ну не чистка, вот лазером делают вот эту BBL от розацеи. Хочу пойти узнать, как, что, потому что говорят, это больно. Вот, блин, боль я для меня вообще не терпеть не могу. Вот, потом мне много чего я хочу с собой сделать, честно говоря. Ну, прежде всего, девочки, у меня в моем, знаете, листе желаний, мечт, наверное, даже не мечт, это вот прям план, наверное, действий. Я очень хочу сделать себе зубы. Но пока отстраняю этот вопрос, потому что вы сами знаете, как пойдешь, там надо сразу кругленькую сумму выложить. Потому что с зубами я всегда говорю детям, господи, берегите зубы. Девочки, кровь из носа, своим буду делать зубы всегда. Потому что мне в детстве, к сожалению, к моему большому сожалению, зубы не делали, и у меня очень плохие зубы, с детства были плохие, и я безумно хочу себе сделать зубы. Я не хочу себе машину, ничего, девчонки, хочу белые красивые зубы, как у Леры Кудрявцевой. Вот. Пусть они будут похожи на унитаз, мне все равно. Ну вот у меня это мои такие мечты, вот именно чисто для себя, которые я хочу себе воплотить, заработать именно на это. Это прям моя огромная мечта. Давайте выпьем, давайте съедим арбуз за наши мечты, чтобы они обязательно сбывались, потому что, блин, ну они такие крошечные, есть же у людей такие мечты прям заоблачные, у меня совсем маленькие, и хочу, чтобы они сбывались, и я для этого все-таки не сижу на попе ровно, чуть-чуть кручусь, верчусь, да, девчонки, и надеюсь, что мои мечты сбудутся. Вот. А по косметологии, вот, честно говоря, пластику я бы ничего в жизни бы не меняла, вообще ничего. Единственное, иногда, у меня проскальзывает мысль увеличить губы. Чуть-чуть, вообще, вот чуть-чуточку, граммочку. Ну, блин, не знаю, мне кажется, не знаю. Но прежде чем увеличивать губы, нужно сделать зубы. Давайте на этой прекрасной ноте, мои крошечки, закончим, мои любимые, дорогие. Подходите ко мне всегда, если меня видите, если вы, конечно, не хейтер. Я иногда думаю, блин, вот подошла эта девушка, ну, там вот, не, ну, вообще, в общем, не какую-то я имею в виду. А сама, наверное, ну, да, вот, я, видите, я перед вами как будто открытая книга. А вы подходите, я ж вас не знаю. Вдруг вы мне плохие комментарии пишете. Ну нет, конечно, я думаю, что люди, которые пишут мне говно, они ко мне не подойдут, правильно? А подойдут те девчонки, которым нравится мое творчество на моем канале. Вот, опять я растрындилась, блин, вообще, потому что я скучаю по вам. А на сегодня уже точно все, ничего не будет. Илюшка пойдет сейчас на море, мы с Тёмой будем смотреть какой-нибудь классный мультик. На босса-молокососа так мы и не попали, я так хотела на него пойти в кинотеатр. Теперь ждем, все-таки, наверное, дома будем смотреть. Тем более, Тёмка что-то хоть бы не разболелся, девочки. 3-го на день рождения хотим пойти детский. К моей близкой подружке из моего детства, вот. И, конечно, хочется выздороветь к этому времени и не болеть. А на сегодня все. Всех люблю, целую. Кстати, самое важное, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Он вот здесь. Потому что там все самое интересное. Когда я не выхожу на YouTube, я в инстаграме. Ищите меня в инстаграме. Все, люблю, целую, девчонки. Пока-пока. Вот видите, все равно чуть-чуть красненькая.